воспитанников детского сада «Котенок» радостное событие. На игровой площадке постелили новое современное резиновое покрытие. Теперь можно бегать, играть и даже валяться на площадке, оставаясь в чистой одежде. Раньше здесь была грунтовка, которая от дождя размокала и превращалась в грязь. С инициативой замены покрытия площадок выступили родители и воспитатели детского сада. А лидеры движения «Химки. Интересно жить» Михаил Раев, Юлия Мамай, Надежда Смирнова, Артур Каримов, Татьяна Недосветия и Евгений Наземцев инициативу поддержали. На сайте голосования «Хиж онлайн» она набрала больше 3000 голосов. Родители очень рады, потому что дети могут приходить довольно-таки в чистой одежде, что упрощает нам жизнь, не надо ее стирать, пересировать, чистить обувь. Теперь они домой приходят чистые и сухие. Это очень круто. Новая игровая поверхность впитывает воду, соответственно, можно играть под дождем и не бояться промочить ноги. А еще на новой игровой площадке можно безопасно бегать и играть в подвижные игры. Ведь в случае падения резиновая поверхность смягчит удар. Посмотреть, как рабочие модернизировали игровую зону, пришли лидеры движения общественной поддержки Михаил Раев, Юлия Мама и Надежда Смирнова, которые помогали продвигать эту инициативу. Мы очень рады, что сегодня была реализована еще одна инициатива жителей, педагогического коллектива. Управление по образованию администрации города поддержало нас, инициативную группу, и в детском саду номер 52 «Котенок» 6 участков получили новое покрытие. Инициатива была размещена на сайте, где за нее было отдано больше 3000 голосов, что позволило ее быстро реализовать. В каждом саду и в каждой школе должны быть соответствующие вот площадки такого уровня. Вот именно с резиновым покрытием. Вот, должно все быть красиво, чисто, чтобы детям здесь было уютно. И хотелось здесь играть, бегать, прыгать. Но все равно это же своего рода тоже спорт. Детский сад «Котенок» работает больше 7 лет. За это время он успел войти в топ-100 садов России и стал лучшим детским садом в городе.